вот, в конце концов, начинаем третью игру. Слава тебе, Господи. Ой-ой-ой, плохого сплиту. Мист начинается. Ну ладно. На верхнем левом углу, в голубом цветовом, за команду Стартейл есть Протос Мисс. Ее соперник близко по воздуху позицию. В розовом цвете тоже от команды Стартейл есть... есть стартовая продайте, пикари, перестаньте меня на ВКонтакт, добавляйте, комментите везде. Или мне надо просто выключить это, когда шанс будет. Ну вот, ребята, третья игра начинается. Серия в ничью 1-1, а мы на Entombed Valley. Очень такая клевая карта для ТВП. Процем они влюблен в эту карту. Я наполовину так и так ненавижу. Ну, это не мое дело, правда, говорить, что я люблю и ненавижу, потому что вот эти красивые-красивые женщины сами играют вместо я. Ну вот, да, уже третья игра начинается, пропустили первая игра Стартейл Мисс очень хорошо и круто сыграла, что Стармых и Темпларов победила Афродати, а вторую игру Мисс сама проиграла, попробовала Блинкстокеров пойти, ну, Афродати вовремя разведку с Рипром сделала, видела всего и приготовилась для этого, и просто когда... процессы такие билдов делают, как Тарков, или Блинк, или может одного базу Колоссус, или просто такого, и хорошую разведку соперника, просто очень трудно, чтобы это все поработало. Одна база протосы просто не такой, это клевая, какой была давным-давно. Это 4 гейта, так много не работает, если ты не в PvP играешь. Тригейт Робо не так не очень, это Блинкстокеров так не очень, ДТ, это Дарков не так хорошо. Обычно, как мета сейчас это в игре происходит, так типа Тиарикрафт, это если хочешь сказать, начинается больше в двухбазовые билды. Это видно, что всегда протосы пользуют Чарджлот Аркон, это двухбазовые с Колоссус и Пуш, просто громадичевые и двухбазовые три Морталы в центрях и Стокеров из Залтов просто набивает. И иногда бывают очень сильные вот эти билды, потому что как вот эта карта подставлена, вот эти рампы такие громадичие, дойти до high ground, значит, очень-очень легко для против игроков просто вверх пойти и все убить. Там просто кидает квадрат этого, типа маленький, это круг, это форсфилдов, и все, типа конца игра для Террина. Как я сказал пораньше сегодня в касс, что давно я иногда, ну не иногда, а давно я в прошлый раз я комментировал Афродати. Это было где-то, я бы сказал, 6 месяцев назад, может 7 аж может быть. Но это был женский турнир, а всякие женщины в этого турнир, как Фло, Мадилиск, Ив, все играли. Ну конечно, Афродати просто всех победила. Она сама играет просто на таком высоком уровне. Это просто бешенство. Если вы не знаете про нее, Афродати, она тоже модель, если я не ошибаюсь. Я очень вот это осторожно говорю. Ну, если я прав знаю, она модель была бывшая. Кто-то мне все пека шлет. Пеки вы шлете мне это. Сейчас выключаю это после игру я с вами это поговорю, пообщаюсь. Если вы не знаете тоже, что она Афродати в розовый вот этот Террин, грандмастер уровень и подружка Стартейл Рейнбоу, ну типа бывший игрок Стартейл Хоп Торчер. Если вы раннего Брудвор, ну типа Брудвор смотрели и тоже StarCraft 2 смотрели. Ну, интересно, сейчас видно, что такое, типа, прокси-пилон поставлен для Stardust Miss. Не знаю, если она планирует какого-то прокси, это сейчас билд. Очень такой клёвый пилон, это местечко, потому что раз она не только может пользовать для Warpin, она может тоже, чтобы разведку делать на дропы в будущее. Просто смотрится, как у нее все это подготовлено, а Афродати будет планировать. Ну вот сейчас вот этот просто пройдет очень без проблем. Видишь, что есть вот здесь Expand подготовлено, но тоже она видит, что мародеры и Марины подготовлены, значит, будет очень-очень трудно для нее просто пройти на атаку такую легкую.
На той стороне давай посмотрим, что сейчас наша любимая голубая Протасс делает. Она добавляет робо, уже до третьего игры дошла. И правда, что мы можем видеть вот эту игру, про чего я говорил раньше сегодня, это двухбазовый Immortal Центряк сделать all-in какого-то. Она просто сейчас это будет газы брать, да, видно, уже оба газа забрала, значит, она чего-то планирует, это с вот этих двух газах, это третьего, четвертого, потому что для имморталов и для стокеров и для центрях ей надо будет очень-очень много количества газа, и вот, наверное, она почему забрала от их. Я просто жду, в продакшн, типа, когда она что-то еще добавит, или она готов добавит, или просто Robotics Bay, чтобы отдала билд до конца, потому что я надеюсь, она не просто пойдет на какую-то атаку просто так, это с трех гейтов. И с имморталов это никогда не работает. А с двух баз уже защита для Террина готовена. Аж бронзовый может это защищать такого пуш, это с нижнего количества юнитов. Ну вот сейчас выходит на атаку, правда, оправдайте, умно, так клево играет, а выходит, держит контроль карту, хорошую разведку делала, убил уже одного золота. И из-за этого стартовый мисс видит вот это всего, и место фокусит на всего, а не на всего, а про что я говорю. Место фокусит на нее, экономию, ей надо было фокусить на юнитов, и вот просто так круто для нее получилось, а она могла пробежать, конечно. Сейчас, наверное, всех юнитов потеряют, крутые форсфилды, и Guardian Shield это пользует мисс, и правда, о, разве она может задержать вот этого вся пуш? Да, до конца додержит, потому что сейчас только маринов есть, это стокеров. И правда сейчас Афродайте пробует. Попробует сейчас убил центря последнюю. И может еще золото вот этого одного может убить. Да, ребят, вот эта атака была очень-очень сильной, была очень-очень хорошей, потому что вот почему центря очень дорогие юниты, ребята, надо 100 газа пользовать на каждого. И из-за этого она потеряла трое плюс токера плюс двое золота где-то она потеряла. Это очень-очень много юнитов потеряет. И сейчас она, наверное, продолжит какого-то пуш со стимом. Да, вот это просто неудачно получилось для мисс. Она хорошие форсфилды кидала, но просто не хватало юнитов вовремя для защиты. Ну вот, сейчас второй фоллоуап идет сейчас к мисс. И правда, она идет вверх на рампу. И вовремя может она атаковать. Да, получится. У нее форсфилды очень поздно сейчас для мисс. И вот эти Steam Марины очень много дэмэдж сейчас сделают каждого юнита. Видно уже, что Guardian Shield упал. И она продолжит атаку или назад пойдет, смотрится, Афродайте просто продолжит атаку. Нет, назад пойдет, не хочет потерять больше юнитов, чем у нее есть сейчас. Вот это да, просто вот эти атаки очень такие сильные, потому что в центрях она бесконечно убивает. Нет еще никакие колоссы, нет имморталы. Видно сейчас, что первый пробует, ну, не получается. Первый сейчас выходит, ну, уже у Афродайте просто такая хорошая армия, это количество. Какие у нее апгрейды? Уже один закончился, атака у нее где-то. Значит, у нее одна защита скоро будет. Вот это просто такой крутой тайминг атак, без медивек никаких. Ну вот сейчас идет вперед еще один раз, конечно, вот этот раз обсервер просто в позицию видит все, что происходит. И, наверное, надеюсь, что мисс будет в лучшую позицию для защищать вот это всего. Двое медивек выходит, но я не знаю, если вовремя они будут выходить, это чтобы помочь защищать. Вот уже двух форсфилдов это скинуло, конечно, никуда Афродайте не пойдет. И вот просто чуть-чуть опасный момент это для Афродайте, если она неаккуратно будет контролировать всего, она может, правда, проиграть вот эту игру. Вот уже один медивек куда-то полетел. Никто не знает, ну, вовремя контролировал вот это все назад. Конечно, мисс очень хорошую разведку все держит, посмотрим на ее контроль карту, а видно у нее все, что происходит, это на ее стороне. Плюс тоже есть пилон вот здесь, это на третьего Афродайте, есть пилон готов для ворпена у четвертого. И в всяком случае пилон вот здесь, видно, ну, чтобы видеть, если какие-то дропы будет у Террина игрока. Ну, просто все, она очень-очень умно сейчас играет и готовит такую хорошую армию, уже двух колоссов вышло. Смотрите, какие у нее апгрейды, 1-0. Сейчас будет это 2-0 на атаку. Фу, будет сейчас 1-1. Рейндж для колосса закончится.
Наверное, пойдет это на агрессивную пуш, попробует вот это все убить. Но смотрится очень-очень сейчас это количество у Афродати просто выше и лучше, чем у Мисс. Надо будет вот это все проходить осторожно. Если я совет мог Мисс дать, я бы сказал просто убивай твои камни, бери твоего третьего, сиди это в защитную позицию, пока ты трехбазовую экономию сама себя не построил. Ну, я, может, не совсем прав. Посмотрим, что сейчас сама будет делать. Афродати шлет трое дигрет, четырех марин вперед. Ну, оба игроков, конечно, они оба видят, что... Они оба видят, что нет никакого третьего у каждого. Значит, надо будет очень-очень осторожно контролировать. И вот сейчас вот эти стокеры вперед в первом месте. Надо будет очень осторожно. Нельзя викингов этого терять. Или вот эту игру сама может очень-очень быстро проиграть. Сейчас этот третий колоссус выходит. А у Мисс маленькая проблема. У нее хранилище блок получился. Вот эти марин-мародеры нашли. Значит, ей надо сейчас пилоны сразу-сразу. И она что-то не видит. И она блок есть у нее, но пилоны она не готовит. У нее 600 минералы. Во-во-во, да, начинает добавлять двое. Блин, заканчивается. Ну, просто сейчас будет очень трудно. Вот это такая интересная война будет. Потому что, правда, умный игрок каждый тренинг говорит себе, что я не могу никак пойти вверх на вот эту рампу. Потому что я проиграю игру. И вот почему-то сейчас... О, нет, проблема! Мисс сейчас вперед идет, на атаку сама форсфилдов кинула. Ну, защищает, типа, Террен армию с форсфилдом. Но сейчас все колоссы пропадали. Мисс почему-то не фокусировалась с ее стокеры. Все викинги могла бы убить. Ну, правда, сейчас мисс... не мисс, а Афродайте, ей надо будет очень-очень осторожно сыграть. Потому что контратака к ней идет. Варпин очень легкий, можно сейчас, и по двух местах тоже. И вот атака идет вперед. Зато шлет, но ей надо осторожно провести вот эту атаку. Я чувствую, что мисс просто пойдет назад, заберет ее третью, и все для этого разговора. Ну, очень хорошо, еще для Афродати Марина еще один остался. Убил вот этот проб, кто хотел брать вот эту вот третью базу. И просто видно сейчас истории минералы у мисс просто громадничего. Почти больше, чем 1000 была у нее. И просто все держит где-то 700-800. И надо больше ворпен, и надо брать ее экспенд, и чего-то просто делать, чтобы в макро у нее лучшая игра получилась. На той стороне Афродати, наверное, начал ее третью. Да, уже закончил ее третью. Команд-центр в орбиталку построил от ее, так можно сказать. И пилон убила тоже вот здесь. Значит, открытые локации для третьего базы. Ну, ребят, круто. Значит, мы сегодня пойдем хоть бы одну игру в макро, это в длинную игру. Уже видно, в 17 минут игра продолживается. Давай посмотрим, что мисс в ее тех идет. Видно, у нее уже апгрейд 0.2. Защита, типа, ну, 2 защиты. Армор, скорость для варпризм. Шторм тоже готовит, добавляет гейтов трое. И тоже ее третью базу готовит. Афродати на той стороне. Сейчас это попробует какого-то пуша. О, жалко, конечно, потеряет вот этих работников. Это нехорошо. И, о, ошибка огромная от мисс. Она потеряет всех вот здесь. Это паровозик, это пробок. И это очень-очень плохо, потому что номер работников будет это такого днищего. И сейчас у старта мисс просто очень много проблем. Вперед идет со Steam Афродайте викингов это на землю, это ставит их. И просто сейчас вся армия Steam может, наверное, победить и проливать мисс. И видно уже лимит у мисс 50 и меньше, у лимит у Афродати где-то 140 чем-то, и третью игру, наверное, это выиграет. И да, вот ГГ от мисс, третья игра идет к Афродати. Ребята, мы скоро пойдем в какую игру? В четвертую игру.